Добрый день! Сегодня у нас представлен такой вот станок. Трехосевой трехшпиндельный. 17К0003. Заказчик Резлайн. Вот стоечка стоит. Вот сам станочек наш. Хочу показать сейчас вращение шпинделей. Точнее, шпинделей четвертых координат. Так это у нас все выглядит. Сейчас обойдем станок с другой стороны. Работа токарных координат. Вот наш станочек. Сейчас производится процесс настройки, обкатки, диагностики.